Сотрудники наркополиции изъяли 2,5 килограмма марихуаны. Наркотик выращивали в одной из квартир в Фокинском районе. В самодельных конструкциях изготовители наркотика выращивали элитные сорта конопли. Молодые люди основательно подошли к организации своего предприятия. В компактных теплицах было установлено специальное освещение, система вентиляции, стенки камер обшиты светоотражающей фольгой. В свой бизнес торговцы смертью вложили более 400 тысяч рублей. Покупал оборудование через интернет, семечки и все остальное. Вентиляция, палатки. Земля в обычных магазинах продается. Плевал специализированный для этого удобрения. В контейнерах для строительных инструментов подозреваемые хранили семена для будущих урожаев. И даже маленький ребенок не помешал молодым людям употреблять собственный товар на месте. А духовой шкаф предприимчивые аграрии перепрофилировали в сушилку для конопли. Но окупить свои затраты злоумышленникам не удалось. Нами было задержано два жителя города Брянска, которые по месту жительства организовали лаборатории по изготовлению и выращиванию наркотического средства марихуана. Было изъято, так получается, две лаборатории закрыто, изъято сухое вещество, приготовленное для сбыта марихуана, около 2,5 килограмм. Также было изъято оборудование. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело, по части 4 статьи 228, они в отношении их избрали меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает криминальные связи молодых наркобизнесменов и определяет степень ответственности каждого из них. Вита Семичук, Владислав Боеровский, при содействии пресс-службы наркоконтроля.